Терпение лопнуло. Еврейские общины в Великобритании ополчились против лидера оппозиции Джереми Корбина и собирают акцию протеста. В чем обвиняют главу лейбористской партии, узнаете из нашего материала. Весь сыр-бор разгорелся из-за небольшого комментария, который Корбин оставил на фейсбук-странице уличного художника еще в 2012 году. Тот сообщал, что его мурал в восточной части Лондона власти собираются уничтожить. На нем изображены бизнесмены, а среди них и евреи, играющие в монополию на спинах бедняков. Политик тогда поддержал автора. Контроверсионную картину закрасили в том же 2012 году, но спор по поводу комментария Корбина продолжается до сих пор. В конце прошлой недели сообщение напомнила однопартийка Корбина, еврейка Лусиана Берджер. Она потребовала от офиса партии объяснить комментарий главы. Берджер тут же поддержали еврейские общины Лондона. Две организации написали Корбину письмо. Они припомнили главе партии неоднократные антисемитские высказывания и других лейбористов и указали, что ему давно следовало прекратить подобную практику. Самого Корбина обвинили в потакании антисемитизму. Политик поспешил с извинениями. Говорит, толком не разглядел картинку, лишь защищал свободу мысли. Хотя все же признал существование неких очагов антисемитизма в его партии. Но это никоим образом не является частью их идеологии. Мы признаем, что антисемитизм проявляется в карманах лейбористской партии, причиняя боль еврейской общине и нашей партии, и всей стране. Я искренне сожалею об этом. Объяснений оказалось мало. Слишком много в последние годы было вопиющих заявлений от лейбористов. Хватит, решили еврейские организации и запланировали на сегодня провести акцию протеста возле здания парламента. Пригласили и лидера оппозиции, но он пока общаться напрямую отказывается и лишь обещает решить все острые вопросы с общиной в ближайшее время. Ирина Иванова, Сергей Дубинин, Британское бюро телеканала Интер.